недалеко проезд, чтобы не было еще. Так, что так, сейчас я еще один. На вот этот поставь пока. Все, горячий. А лучше, знаешь, палатку вот сюда. Доставай. А я эту поставлю. Надо уже ужинать, солнце уже к закату идет. Нас ниоткуда не видят, со всех сторон. Ну и вот и все. Доставай, что там у нас есть. Давай еще одну ящик. Лопату давай. Черный ящик. Я сейчас буду готовить, копать. Покажешь. Лопату доставай. Так, лопату. Давай. Главное лопату. Сейчас я. Вот. Вот, у меня лопаты саперные. Почти. Вот она у меня тут хорошо подходит. Картонку надеваю на нее, потом тряпку и это. Сейчас буду готовить, чтобы движение было видно. Иди туда, я покажу. Так, Андрюха, доставай. Решетку, это самое главное. Вот сразу идет, видишь, как вверх, ниоткуда не видать, и мы ничего не попортим. Вот. Вот какая ямка. Сейчас я выкапываю. Так а тут же палатку хотели ставить. Палатку в этом месте, да? Это неплохо. Тогда где же мне сделать-то? Не надо, чтобы не видно было. Давай вот сюда вот. Передвину. Давайте там. Так, подожди, тут же готовить надо. Да вот сюда вот передвинуть. Ага. Вот это я не обдумал. Подожди. Ну, давайте здесь, а палатку сюда поставим. Ну, ладно. Нормально. Сережа прав, наверное. Потому что тут палатку ставить надо все скап это равнять. Давай. Посмотри, я показываю, как это давай. Делать. Выкапываю я траншейку. Сейчас. Ну, небольшую. Так, сразу доставай чайник, кастрюлю, сегодня ужин сделать, полный ужин. А то мы все еще домашние ели. Воды доставай, чайник, кастрюлю. Я сейчас растоплю. И кокоры. Вот. Что это за плата? А утром уезжаем. Все здорово. Тут сюда не станется. О. Вот каждый раз вечером, когда уже солнце к закату, мы начинаем готовиться к ночлегу. Готовим ужин. О. Вот длиной около метра, сантиметров 80 можно, и шириной сантиметров 30, ну и глубиной сантиметров может 20. Вот. Все, печка готовая. Дальше что? Так, ты же сейчас помог мне, пока, потом продолжишь.